В этом мире очень много одиноких людей, которые без пастыря, которые уходят в ночь, как Иуда, и бродят дорогами этого мира. Души их изнемогают, они стонут без любви. Может быть, в нашем собрании есть те, которые с виду вполне приличные люди, дети верующих родителей, которые тоже очень одиноки, без Бога. Нет личных отношений с Богом, нет горячей молитвы, нет первой любви, ничего нет. Сегодня это собрание для вас. Позвольте Богу сказать вам нечто. Если душою ты изнемогаешь, послушаем пение, и после этого будем размышлять о Слове Господнем. Жизнь отдал за тебя.